Харьков, я вас приветствую. Я хочу вас всех поздравить с таким знаменательным днем. Сегодня действительно есть две хороших новости. Буквально на днях было принято решение, что именно Харьков примет матч сборной Украины, Украина-Чехия. И это, я думаю, что одно из самых главных событий этого года для сборной. Эта земля действительно очень талантливая, она дает прекрасных футболистов, прекрасные победы. Мы обязательно ждем, что благодаря сегодняшнему прикосновению к таким трофеям, футбольным трофеям юных, молодых футболистов и футболисток, мы обязательно увидим в будущем от этих деток, от этих юных футболистов, от этих юных ребят будущее наших юношеских национальных сборных. И, конечно же, то, чтобы металлист вернулся в Премьер-лигу и вернулся в Еврокубки. Мы это ждем и мы это приветствуем. И обязательно сегодня получат большое количество мячей каждая команда и получит приглашение на матч Украина-Чехия. Каждая детская команда сегодня будет приглашена на этот матч. Всех с праздником! Слава Украине! У нас в Харьковской области кубки финала Лиги чемпионов. У нас хорошие спортивные традиции, у нас талантливая молодежь, у нас большая футбольная история. Харьков имеет хорошие традиции. В Харькове должно быть спортивное будущее, и оно будет, потому что мы этого достойны. Приветствую Харьков! Харьков есть лидер в женском футболе, потому что этот город, наш город, представляет две сильнейшие команды, которые все время борются за чемпионство. Поэтому я хочу, чтобы у вас было немножко больше внимания и к женскому футболу, и к женской лиге чемпионов. Я очень рада, что эти два кубка приехали в Харьков, потому что это большая история. И у вас у всех есть возможность сфотографироваться и как бы стать частью этой истории.